Кинокомпания ДК и Тата Студио. Однажды 31 декабря. Да, Борис? Аппендицит? Погоди, погоди, а как же я буду с ней? Дед Мороз. Ты Слава? А ты Настя. Снегурочка. Ты текст выучила? А что, есть еще и текст? От меня жена ушла жизни назад. Пусть она ко мне вернется. Морячок Сережа. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй. А ты настоящий? Саша верит в сказки. Маму, может быть, все-таки приедешь к нам? Его папа. Ты хочешь испортить праздник своей жене? Его бабушка. Ну, Дедушка Мороз, ты уж не сердись на Сашу, он у нас мальчик послушный. Его мама. Вы только не волнуйтесь, все в порядке, мы сейчас со всем разберемся. А мы что, заперты? Ну и по какому адресу вы застряли? Штырь. Я вам сейчас все объясню. А вы почему наш адрес дали им? Ну, они сказали, они сейчас приедут и все решат. Давай все сделаем по-тихому. Ну, Новый год все-таки. Ты где? Я думала, ты меня в аэропорту будешь встречать. Солнышко, я, к сожалению, еще в Москве. Что значит, ты еще в Москве? Любовница. Пощечина. Трудом какой-то. Сынишки, скажите, Дед Мороз прибудет. Он на санях? Босс. С санями мы... Если вы... Две падлы! Не сделайте мне санок! Ноздрями будете таскать эти санки! Понял, нет? Ребят, привет! С праздничком! И вас с праздничком! Друзья семьи. Дернул меня черт пойти в гости к этим Сорокинам! Послушайте, но если мы отдадим вам костюмы, как же мы будем ходить по другим заказчикам? А если вы нам их не отдадите... Мы вам вырвем ноги, и вы вообще никуда ходить не сможете. Пусть подавится. И все-таки, кто это? Это фея его грез. С Новым вас годом, дорогая фея! Так, Вер. А что это мы не выпиваем, а? Новый год! Папа? Гость из Киева. Тарас Ефимович? Ираида, соседка. Павлик, муж Ираиды. Сейчас Павлик. Тарас Егорович из Киева. Павлик! Пенсионер! Павлик, не надо! Отправится к своим братцам. Держи себя в руках! Не-не-не! Паша! А у вас что? Были шашни? Вера, не тупи, какие шашни, ты что? Я с ума сойду, я не знаю, где она. С Новым годом! С Новым гребаным годом! Людоеды вы, а не соратники. Григорий Ситвинда, Мария Шалаева, Владимир Вдовиченков, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Роман Мадянов, Любовь Толкалина. «Праздник взаперти». Фильм Сергея Ткачева.